27-й Иван Бахур, кстати, вчера игравший за основу, как и Камиль Гериханов, 23-й номер. Сегодня Бахур и Гериханов призваны помочь дублерам на студенческом чемпионате мира. Все равно есть три семи и четверки, там еще одна такая определенная на турнире, но дублеры Тюмени вчера уступили Кайрату 1-7. Хорошо, так, а вот и появился Камиль Гериханов, а вот и счет открыт. Ох ты, 2-0. 2-0 и как-то совсем спокойно. Прострел из аута от Буркова. Гериханов перехватывает у него мяч. И момент гол. 7. Две команды по три группы. Кайрат КПРФ и дублеры Тюмени. Последний момент. Заменивший Сибиряк. Гол! Об этом во всем позже. 17-я секунда и шикарный забитый гол в исполнении дублеров Тюмени. Да, слишком строго мы, понятно, не спрашиваем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Удара попробует довести, но все, тут уже тянуть дальше некуда. Перехват, удар. И одновременно с сиреной мяч влетает в сетку, и этот гол будет засчитан.